продвигается строительство Канашского технопарка, инфраструктуры для него? В каком состоянии городские дворы и какому сроку должны сдать новый детский сад? Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев с рабочей поездкой посетил город железнодорожников. В технопарк Канаша руководитель региона поехал по объездной дороге Аниш, которая в обход города связывает данный объект с федеральной трассой А-151. Строительные работы закончились в конце прошлого года, однако для проезда дорогу открыли только несколько недель назад. По словам руководства города, после перекладки газовых сетей потребовалась врезка. И чтобы не оставлять близлежащие дома без тепла, сделали это только после окончания отопительного сезона. Теперь большегрузные машины не будут ездить через центр города. Разгрузили город Канаш. Это очень важный фактор для развития реального сектора экономики, для развития потребительского рынка, имеет стратегическое значение. В самом технопарке практически готов энергоблок, который будет снабжать электричеством резидентов. Перечень предприятий, которые разместят здесь свои производственные площади, тоже почти сформирован. Один из самых крупных резидентов – компания по производству холодильного оборудования. Председатель совета директоров отметил, что рассматривал разные регионы, но выбрал именно Канаш. И не только из-за удачного географического расположения и железнодорожного узла. Канаш для нас был как бы вообще не приоритетной точкой, пока мы его не увидели. Когда увидели, поговорили с главой администрации, в общем-то, сложилось очень приятное, благоприятное впечатление. Михаил Игнатьев побывал и на строительной площадке очистных сооружений, которые будут обслуживать технопарк, проверил, как реализуется в городе программа по созданию комфортной городской среды и на каком этапе возведение нового детского сада на 240 мест с ясельными группами. Подробнее о рабочей поездке в завтрашнем выпуске. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.